Такс, наши долгожданные проды. В прошлом видео мы делали обзор на первый этаж, а в этом видео будет обзор на второй этаж, поэтому погнали. Такс. Тут мы пришли и видим туалет. Так, тут такой очень эстетичный краник. Полотенечком, мыло. Можно мне такую школу? Дальше здесь можно вещи типа свои оставить. Ух ты! О, флешка! Ух ты, прикольно. Есть такой чувачок, это же мальчик. Мальчик. И такой рюкзачок. Ух ты. Интересно, чего это? Ну, ладно. Тут у нас есть, ну, думаю, вы знаете. И туалеты. Ну, в принципе, ничего такого интересного. Теперь мы идем сюда. Тут у нас опять шкафчики. Ух ты! Такое прикольное. Вау, прикольненько. И еще такое вот. Даже. Очень круто выглядит. Ну, и один пустой. Ну, ладно. Так, есть для водички. Не наливается. Конечно же, пустоту наливаться не будет, ну ладно. Далее у нас есть этот спортивный зал. Ух ты. Тут есть разные черлидинские штучки. Такие вот какие-то штучки. Такие костюмы. О! Это костюм динозавра! О! Это очень круто. Ух ты, смотрите. А, вы видели? Оно вот так автоматически так сделало. Круто. Так, что у нас еще? А, ну и в принципе все. Есть музычка, но я не буду включать. И можно разные тут, кстати, штучки. А, вот, видите? Хэллоуинские, баскетбольные тут, ну, всякое. Вот такой второй этаж. Теперь погнали на третий. Здесь у нас что-то интересненькое. Так, сразу такая дверца. Интересно, что здесь? А, ну здесь, чтобы все убирать, понятно. Далее у нас здесь такая мини-комнатка. Здесь у нас что? Ага, ноутбук какой-то. Ой, ну. Ну да, ноутбук. И тут разная одежда, разные папки. И здесь какие-то тоже костюмы динозавра, и вот такие таблички есть снова. Ну, здесь можно типа сделать как уроки. Круто. И я уже вижу столовую. Она идеальна. И смотрите, какие тут девчули сидят. Девчули, приветули. Модные такие. Прикольненько. Много-много разных продуктов. Так, что у нас дальше? Здесь у нас такой мини-кабинет. Очень красивый. И вот такая тетя. И посмотрите. Это очень красиво. Ну и все, ребята, всем спасибо, всем пока.